Салем, Казахстан! С вами снова Жолдасхан на канале Сувамин КЗ. Сегодня был на собрании Альянса наблюдателей по городу Астана. Что ему сказать? Люди еще борются, люди подают заявления в Центральный избирательный комитет и так далее. То есть этот бардак, который у нас был на выборах, люди не хотят оставлять просто так. Я рад, что у нас такое гражданское общество все-таки есть. Люди, которые занимаются этими вещами, волонтеры, молодцы, в общем. Впечатления очень положительные. Я думаю, что это у них получится. Сколько знаю, Астана тоже также продолжает двигаться в этом направлении, также составляет протокола, собирает все в кучу, затем обращается на избирательную комиссию, заявления, суды и так далее. Ну, это хорошо. Цивилизованно, правильно, планомерно, в принципе, хорошо. Ну все. Всем на связи, всем пока.